Всем привет! Отказаться от домашней уборки невозможно, но сделать ее комфортно и реально. Например, если вы устали путаться в проводах, можно приобрести вертикальный беспроводной пылесос. Всевозможные сайты предлагают такие пылесосы по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Раньше вертикальные пылесосы с питанием от аккумулятора имели меньшую мощность всасывания по сравнению с проводными аналогами. Сейчас же ситуация изменилась. Современные производители добились сопоставимых параметров мощности и эффективности работы пылесосов. Беспроводные пылесосы очень подвижные, легкие и управляемые. Они могут заглянуть в любой угол и под мебель. Их легко переносить и удобно хранить. Но за это приходится расплачиваться чуть меньшей мощностью двигателя, а значит и мощностью всасывания. Беспроводной пылесос стоит приобрести, если вы проживаете в частном доме, регулярно убираетесь из-за присутствия дома маленьких детей, у вас или членов семьи аллергии на пыль, шерсть и другие бытовые аллергены. Дома есть животные, на уборку остается мало времени, поэтому использовать обычный пылесос трудозатратно. На сайте Wildberries беспроводной пылесос Skintec сейчас продается со скидкой за 9324 рубля. Его прежняя цена 16954 рубля. Высота предмета 145 сантиметров, складная ручка, подсветка на щетке. До 1,5 часов работы без подзарядки. Инверторный мотор оптимизирует движение потока воздуха благодаря специальной крыльчатке. Ручной пылесос обладает 5 ступенями очистки воздуха и имеет современный HEPA-фильтр, который ограничивает попадание в воздух мелкой дисперсионной пыли. Благодаря турбощетке можно собрать мелкие частицы пыли как на коврах, так и на твердой поверхности. Сменные насадки позволят без труда вычистить ковры, мебель, автомобиль, добраться до труднодоступных мест. Пылесосом удобно пользоваться даже одной рукой. Его вес составляет чуть более 1,5 килограмма. На сайте Озон беспроводной пылесос Мулин предлагают за 6226 рублей. Раньше он стоил 17 999. Вид пылесборника – контейнер. Время работы аккумулятора – 40 минут. Есть подсветка зоны уборки, HEPA-фильтр. Одна насадка, два режима работы. Предназначен только для сухой уборки. На сайте Яндекс.Маркет беспроводной пылесос Гарлин можно приобрести за 27 900 рублей. Предназначен как для сухой, так и для влажной уборки. Есть насадка для мягкой мебели, щелевая насадка и турбощетка. Можно использовать для уборки автомобиля. Работает как от аккумулятора, так и от сети. Вертикальная парковка. На сайте DNS беспроводной пылесос Xiaomi сейчас предлагают со скидкой в 1000 рублей за 13 999 рублей. HEPA-фильтр – пятиступенчатая система фильтрации, способная устранять из воздушного потока до 99,97% аллергенов и бактерий. Больше спутывающиеся провода не будут сковывать ваши движения при уборке тех или иных помещений. За автономное функционирование домашнего ассистента на протяжении часа отвечает мощный аккумулятор. Вертикальная парковка делает удобным его хранение. На сайте CityLink беспроводной пылесос Tefal Air Force предлагают за 9999 рублей. Предназначен для сухой уборки. Пылесборник – контейнер. Насадка – турбощетка. Работает около 30 минут без подзарядки. По конструкции беспроводной пылесос похож на швабру. У него небольшой вес, хорошая маневренность и легкость управления. Небольшие габариты. Аппарат имеет вертикальное строение. Занимает совсем немного места, особенно если сравнивать с традиционными проводными пылесосами с мешком. Но при этом меньшая мощность всасывания по сравнению с проводными пылесосами, небольшая длительность работы и маленький пылесборник. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки!